Друзья, снова всем большой привет. Мы на острове Ольхон, рядом Байкал, шаманка знаменитая, а внизу вон там пляж, где можно покупаться, отдохнуть. Ну, таких заливчиков здесь много, есть и вообще безлюдные, а есть и где народ, кому что нравится. С большими камерами, оптикой, цейсом, селфится, фотографируется, кто природу, кто себя любимого. Вот такая здесь степь, пустошь, трава, клещей, ну, конкретно в этом месте нет, потому что тут такой ветер дует, все сдувает, так что смело можно ходить. Сегодня яркая солнечная погода, тепло. Мы уже были на рыбзаводе здесь, тоже подходили в воду, пробовали. Нормальная вода, купаться можно. Да и вообще, говорят, Байкал теплеет, что тоже не есть хорошо. Везде бегают собаки, то ли на самовыгуле, то ли дворовые. Сопровождают людей. Нас одна такая тоже сопровождала. Прибежала на берег озера и искупалась. Потом с другими вернулась. Поселок Хужир. Туристов много. Отдыхающих много. Иностранцы есть. Как-то так. То есть можно хорошо отдохнуть и приятно провести время. Ладно, всем пока. Не прощаемся.